закрываем глазки и спать. Но не хочу спать. Почитай нам сказку. Про пиратов, ну, пожалуйста. Ладно, слушайте. В один день шел пират по берегу моря. И вдруг он увидел бутылку, в которой лежала записка. Он ее достал и начал читать. Погибших кораблей спрятан клад. Его охраняет страшный осьминог. Никто еще не смог уйти с этого острова живым. Чтобы победить осьминога, нужно собрать вместе 3 волшебных жемчуга. Полутра, ребята, все сюда! Капитан, ты нас звал? Да, мы идем на поиски сокровища! Ура! Thank you.
вам топор. Жемчужины. Thank you.
Один из них стал поваром, второй стал учителем, а третий – доктором. И жили они после этого долго и счастливо. А когда я вырасту, буду взрослым, я буду пиратом, и у пиратов большая хорошая жизнь. Еще раз. Артур, ты держи руль, ты же смотришь куда, ты рулишь. Значит, да, ты можешь стать немножко. Штурвал ниже. Сюда. Еще, делай шаг, еще, тебя не видно. Так, Артур за ней, а ты впереди, вот так. Все. Так, все смотрят. Все сюда смотрим. Милан, говори. Хочу спать. Ты такая, да, расскажи нам еще сказку. Да. Расскажи нам сказку. А ты такой, про пиратов, ну пожалуйста. Про пиратов, ну пожалуйста. Хорошо, слушайте. И дальше ты говори. Капитан, на левую борту суша. Право, нет, лево руля. Я уже забыла. Давайте еще раз. Право, это что-то по-женски. Давай еще раз.